Всем привет, с вами Спанч Боб. Сегодня будем обозревать диск игры The House of the Dead 3. Так, мы начнем вот с обзора за обложки. Будем в эту игру играть. Ну, плохо, кстати, немного видно. Надо улучшить качество. Так, улучшилось. Так, вот тут надпись PC Drone Game 2:1 русский и английский язык. Планета игр. Реально, это планета. Везде игры. The House of the Dead и на английском и на русском. Так, тут у нас говорится про игру. Аркадный ужастик. Картинки и два главных героя и какой-то монстр. Тут. Нет, что-то есть, какая-то надпись. Блин, плохо видно. А, тебе кажется, она такого было. Ну ладно, какая-то надпись. Такая. Ладно, ее не видно, но ладно, не важно. Давайте откроем уже эту. Так. Форточка такая. Да. Я только что сматывали. Ладно, давай еще раз диска. Блин, упал. Нехорошо закрепил. Вот диск. Какие-то два толстых монстра, толстяки. Какие-то объесть, кажется. Много. Так, The House of the Dead. Русская и английскоязычная версия. Так, да? И там, кстати, отражение не хочу показывать, чтобы не видеть, чтобы не показывать самого себя. Это все-то вложим обратно. Блин, не, вот. Так, фотка. Это все обратно буквально. Все. Итак, что ж, начинаем мы проходить. Сейчас я буду ее фотать, наверное, в компьютер. Ага, так, вот мой диск, вот мой этот штука. Так, так, как это включается? Ну что, попробуем. Итак, всем привет, я Спанч Боб. Надеюсь, меня нормально слышно. Ибо это видео пытаются писать 20-й раз, наверное. И мы сейчас проверим. Так, я сохранял вроде игру, сейчас проверим. Какая голова? А, нет. Теперь, так, правило номер один. Игра не сохраняется. Все ясно. Теперь надо пройти с первого раза. Все ясно. Ну, ничего страшного будет, ну, так, проходить-то, наверное. Игра хорошая, она этого заслуживает. Я, блин, не знаю, первый раз пытаюсь сделать звук хорошим. Если сейчас звук не будет хорошим, я не знаю, что сделать с этой игрой. Вроде бы я его сделал хорошим, но если сейчас он будет плохим, то, блин, это ад. Я не знаю, что с этой игрой будет делать. Сею, блин, его. Что хотите. Я немножко подливаю сок. Да, сок. Именно сок. Блин! Я не знаю, с ними врагов. Да, кстати, обзор снимаю, точнее, игру снимаю. Блин, я, конечно, снимаю уже 20 раз, можно сказать. И не снимается из-за тепла звука. Это звук игровой, кстати. Кстати, есть возможность, что звук будет очень большим. Поэтому я советую вам поставить громкость, ну, наверное, я проверю, по диску минимальную громкость. Я, наверное, даже предупрежу, если видео будет таким вот прям. Где-то я предупрежу самочаю, фоткой, что видео будет очень, ну, короче, большую букву будет. Не забуду. Так что извиняюсь, если из-за вас, из-за меня вы остались лучше, из-за меня, да. И
И мы уже убили, не знаю, миллион зомби, и эти зомби умирают с 20 выстрела из дробовика. Это, наверное, какие-то бронированные зомби. И это конец. Ну его делай. Да, вкусно, все, конечно. Так, о чем это? Мы сейчас будем проходить первый гол, и там закончим. Мы приехали на какой-то старой развалившейся машине, которая на 300 лет, собрали ее из мусора, который вытащили из мусорного бака. И дробовики, кажется, тоже из мусорки. Давайте как Рэмбо войдем во вход. Мы с Рэмбо, да? Нам что, страшно? Пойдем через вход. Какая, блин, парковка? Там машина. А мы будем Рэмбо. Мы вой Рэмбо. Блин, графика, конечно, не могу ничего сказать, что она очень даже красивая, даже видела. Это вот эта картина вообще, картина. Ну, блин, я уже в 2002 году, что я говорю? Это, кажется, меня забывают в одной из картинок в игре. Я же подумал, что это было кладбище, но, как оказалось, это было, кажется, вот это место из картинки. Так, Да, блин, не ударил. Сейчас. Что первый, второй, третий. Ладно, если честно, это уже снимать... Да, где-то четвертый раз. А я его спал. А, да, сейчас я тоже спал, да. Ты должен их убить. Их надо убить, я не знаю, враждебные они, нет. Но они вроде бы враждебные. Это, блин, они просто летают. В принципе, если... Вам интересно, я сейчас тебе хожу. Это игра сама ходит, а я только кручу мышкой. Так, надо в бошку стрелять. Я, конечно, еще раз, когда играл, у меня очень много раз ударил. А где он сейчас глава? Точнее, яйцо у него нормальное. Но потом все равно много раз пострелять яйцо, а потом... Ну, как бы сказать... Зажарится, можно сказать. Тут будет вообще желтым-желтым. Прижелтым будет. Я сейчас вообще фуражка выпала, да, фуражка. Блин, так я не помню. Кстати, этот чувачок был на обложке, как мы помним. Зомби, я пока я в принципе, это не зомби, а мутанты, как говорит наш агент G, агент G. Да блин, меня не, ну, это не ударил, ну ладно, не страшно. Что? Так, спасибо. Я скоро списалась, забираю свой обзор по одной из этих игр, ну похожих на эту игру. Только надо будет это, брать кнопочки на клавиатуре, но, кажется, такое тоже можно, если не ошибаюсь, но не помню. Я еще какой-то режим на время. Но я не хочу проверять, будем играть на... Что, это конец миссии? И мы так качаем эту серию. Я же играю эту миссию четвертый раз заново. Мне очень неприятно. Но, ладно. Я получу опять Си, хотя первый раз я получу Би. Но не страшно. Ну сюда. Да, сюда. Да, сюда. Короче, что я могу сказать? Игра вроде неплохая, графика сочная, но ничего не могу сказать.
What do you think your father did for a living? Look, Daniel. It's the key. This will remove the barrier between life and death. You don't need to fear anything anymore, Daniel. Not even death. Так. Lisa, wait. Lisa, this way. Так, тип 001 смерть. Ладно, все. Ну, это, конечно, не сохранится игра, просто выходить-то. Чтобы дойти до этого места, не страшно. Я перепройду это первый левел, так что ничего страшного. Ладно, я надеюсь, что я его слышу, но перед тем, как закончить серию, я хочу сказать кое-что. Во-первых, спасибо за то, что вы сделали мне 100 подписчиков. Я очень рад, что у меня есть 100 подписчиков. Плюс, это также надеюсь, что я буду писать комментарии. Ну, конечно, спасибо за подписчиков. Я очень вас люблю. Бла-бла-бла. Я скоро, может, когда я соберусь силами, я сделаю юбилей. Я даже знаю, как это буду делать, но это пока секрет будет. Если, конечно, если не захочет этого делать, как я захотел, то тогда уже... я даже не знаю, как я могу отпраздновать юбилей 100 подписчиков. Он пока, вроде бы, еще не знает, что у меня 100 подписчиков, но ладно, не важно. Ибо, ладно, не будем об этом говорить. Короче, во-первых, если вам понравилось видео, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Точнее, если вам понравилось видео, вы должны поставить ему лайк. Если вам не понравилось это видео, ставьте с нормальной душой дизлайк. Но я буду немного расстроен. Ну, ладно. Плюс, также, вы пишите в комментариях, если вы вообще будете писать в комментариях мне, то напишите, стоит продолжать некоторую игру. Если напишите, стоит продолжать, я буду считать, сколько написать нужно или не нужно. И посмотрим. Если, конечно, никто не будет писать комментарии, эту группу просто не будет продолжать, ибо мне интересно, что будет проходить по миллион раз. Только уже и зрители пишут, захотят ее проходить. Также, надеюсь, по микрофону слышно, меня слышно, все слышно. Если ничего не слышно, то я разобью этот монитор и выкину помойку. Да, конечно. Ладно, всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, с вами был Спанч Боб, всем пока.